сложно представить, что вот во времена блокады Ленинграда, ну, вот этот кусок хлеба выдавался человеку на сутки. То, что нужно было питаться и проживать, выживать, точнее, в тех условиях, всего лишь таким небольшим куском хлеба. Ну, мне кажется, я хоть как-то могу поучаствовать в этом и сохранить память. Вот, что-то сделать полезное. Мы не хотели бы имитировать именно те лишения, да, те страшные дни у людей. Мы хотели бы, чтобы это было символическое присоединение к ленинградцам. Как они умели сохранять достоинство в самых сложных ситуациях. Конечно, это надо помнить, чтобы понимать, как мы должны ценить, уважать и любить наших предков.